сорт острого перца Семпот Прима Елов. Это сверхвысокоурожайный сорт перца. Перец относится к виду Capsicum chinensis. Срок созревания такого перчика от 100 до 120 дней. Острота у него от 800 тысяч до 1 469 000, ну почти 1,5 миллиона сковелей. Высота куста от 60 до 90 сантиметров. Вкус у него цитрусово-фруктовый, немножко с небольшой пряной ноткой. Срок созревания от 120 дней, ну как у всех сверхострых сортов. Это очень высокоурожайный и очень острый сорт. Он чем-то похож на скорпиона, видите, с таким вот носиком, жалом. Вот они, такие вот все. Созревает он от зеленого цвета до оранжевого. Такой желто-ярко-оранжевый. Вот такой красивый перчик. Перец неприхотлив, легко выращивается. Можно выращивать как в открытом грунте, так и у себя в теплицах. Подоконник, если будете выращивать на подоконнике, он где-то будет в пределах 60 сантиметров, не выше. И будет вас радовать такими острыми и вкусными плодами. Так что, ребята, советую. Очень хороший сорт. Вот такие вот они морщинистые. Плоды довольно плотные и очень вкусные. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеообзоры.